Иномарка столкнулась с автобусом 43-го маршрута на спуске к гостинице «Москва» в начале 2-го. На место аварии прибыли 3 кареты скорой помощи. В травмпункт доставлено 5 человек. Движение по курортному проспекту было парализовано в обе стороны. К 15 часам поврежденные автомобили были убраны с проезжей части. В причинах ДТП сейчас разбирается полиция.